Прикупил на Алиэкспрессе еще вот такие вот очки. Сначала подумал, что полная хрень. А, значит, они меняют свою цветовую гамму от прозрачного до темного цвета в зависимости от интенсивности яркого солнечного излучения, то есть ультрафиолета. Значит, в темноте они становятся снова прозрачные, а на солнце они темнеют. Стекло, из которого они изготовлены, это поликарбонат, фотохромные. Я их вначале попробовал в Москве. Так как там солнце не такое сильное, ну, в общем, я эффекта вообще никакого не увидел. Я подумал, китайцы, как всегда, обманули. Но когда я их привез в Турцию, я реально, ну, был в восторге от этих очков. У меня были черные очки, обычные пластиковые, стеклянные, то есть разных-разных. Но когда я эти одел здесь, в Турции, я был просто в восторге от этих солнцезащитных очков. Хорошего качества. Хотя они пластиковые. Цена у них там, по-моему, на Алиэкспрессе 1300 рублей. Камера телефона настолько высокое качество видеосъемки не передает, поэтому смотрите так, как оно есть. Это нужно именно видеть собственными глазами, как идет передача картинки. То есть, когда ты их одеваешь, у тебя уже нет вот этого процесса защуривания, у тебя очень четкая, качественная, яркая картинка становится. И, ну, на само солнце, конечно, смотреть не надо. А вот все вокруг из-за большого освещения в Турции, ну, это самые бомбические очки, те, что мне приходилось, скажем так, видеть. Я их не рекламирую, мне абсолютно все равно. Сейчас я занес их обратно в тень, то есть в номер. Прошло какое-то время, если обратили внимание, стекло полностью почти стало прозрачным. Сейчас будет смена картинки на солнце. Обратите внимание, очки полностью, ну почти полностью стали темного цвета. Так действует пластик этих очков, который затеняет сами очки. И как только вы их обратно заносите в тень, они становятся снова прозрачными. Сейчас я их перенес снова в тень, то есть в номер, и через пару минут их стекла станут снова прозрачными. В общем, я этими очками доволен как удав. Ничего подобного мне видеть не приходилось. Также вместе с этими очками пришел вот такой вот чехол. Вот так он выглядит. Вообще очень круто. Тут какой-то пакетик был. Вот эта вот штучка какая-то. Тут очки, по-моему, если кто-то очки носит, можно под них очки еще под них одевать. Ну, если кто-то плохо видит, там дальнозоркость или близорукость. А, салфетка есть. А, ремешок, чтобы эти очки не потерять. Ну, там, для каких-нибудь велосипедистов. И еще чехольчик идет. Ну, реально бомба, потому что весь этот комплект мне с Алиэкспресс обошелся 1300 рублей. Я постараюсь вам добавить ссылку под видео, ну, если кому-то интересно. Я еще на пляже вам покажу, как они будут выглядеть. Также делаю фотографию с близкого расстояния. Хорошо видна прозрачность стекол. Солнце почти в зените, и солнце падает сверху вниз. Поэтому обратите внимание, как внизу стекла горизонтальной линии затенения. Накроем часть стекла обыкновенной бумажкой, чтобы посмотреть, как будет разниться стекло, на которое попадет солнечный свет, и
то место, где будет лежать бумажка и какая будет разница. Хопа! Смотрите, какая разница прозрачного стекла и затененного стекла от ультрафиолета, на который попадал как раз таки солнечный свет. Но потом оно становится прозрачным. Складывается такое впечатление, что когда одеваешь эти очки, четкость, яркость как бы повышается. Словами тут не передать, как это происходит, это нужно именно видеть, потому что камера это тоже полностью не передает. У меня были разные очки, я уже об этом говорил, и пластиковые, и стеклянные, и с разными отблесками, но это все не то. Я когда одел эти очки, я вот был просто-просто в восторге от этих очков. И я абсолютно не пожалел, что я их заказал. Вначале я подумал, что китайцы просто кинули на обыкновенные очки со стеклом. В Москве они почему-то не работали, потому что солнечный свет там гораздо, ну, менее яркий. И вот только в Турции при ярком свете я увидел все прелести этих очков. Спасибо за внимание, кто досмотрел это видео до конца. С вами был я, Сергей Качан, Науч-студия. Всем пока, до новых встреч.